Всем привет! В эфире ваш путеводитель в мир отдыха и развлечений. Выходные подкрались незаметно, и самое время подумать, как их лучше всего провести. О программе, которую подготовили в Самаре, расскажу в нашем обзоре прямо сейчас. Вечер пятницы самарцев приглашают провести в областной библиотеке. Арт-стори «Времена года» Сергея Прокофьева. В 2021 году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося советского композитора и пианиста Сергея Прокофьева. К юбилею для всех любителей классики подготовили музыкально-выставочный цикл «Музыкант-новатор». В галерее «Новое пространство» состоится литературный вечер «Крымские сонеты» Адама Мицкевича. На вечере прозвучат сонеты на польском языке и в переводах русских поэтов 19 и 20 веков – Михаила Лермонтова, Ивана Бунина, Петра Вяземского. Виртуальное путешествие по купеческой Самаре зрителей приглашает кинотеатр «Художественный». Вниманию самарцев представлена резьба на особняках старого города. Фотовыставка «Самарские наличники» проработает до 9 апреля. Если ты сам любишь читать стихи, либо слушать, как читают другие, любишь поэзию, музыку и атмосферу творческих литературных вечеров, то в это воскресенье тебя ждут на Куйбышева 95. Будет тепло, душевно и максимально творчески, обещают организаторы. В музее «Модерна» работает выставка «Модерн в городе. Синематограф», где можно узнать, сколько в Самаре было кинотеатров и какие фильмы могли смотреть жители нашего города в начале 20 века. В субботу специально к выставке запускают проект «Звук и экран» – показ немого кино в сопровождении живой музыки. На экране фильм «Революционер» Евгения Бауэра. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи! We'll be right back.